Новый институт культурологии задумал новый проект, связанный с поддержкой молодых режиссеров-документалистов из отдаленных регионов Российской Федерации. История и задумка этого проекта возникла достаточно давно и связана она с одним из направлений исследовательским нового института культурологии, где изучаются особенности развития регионального кино. Исследуя эту проблематику, мы можем ответить, что в России полиэтничный, поликультурный, полинациональный регион, и в Российской Федерации есть региональные центры кинопроизводства, те, которые сложились давно, сейчас, в общем, существуют в той или иной степени успешности, но есть также люди, которые хотели бы снимать кино, особенно молодые кинематографисты, которые не имеют такой возможности. Что касается задач, которые мы перед собой ставим, то в центре их, конечно, культурное разнообразие и понимание того, что народы нашей страны имеют право на развитие своего специфического кинематографа, своего специфического искусства, своей специфической литературы, которая нередко бывает заторможена тем, что они развиваются, живут, существуют далеко от центров кинопроизводства. Поэтому одна из задач – это приблизить их к процессу, к современному процессу кинотворчества, дать им возможность выразить себя. Мы набираем в нашу лабораторию молодых начинающих режиссеров, тех, кто, может быть, недавно закончил какую-то киношколу, кто-то где-то еще пытался получить образование, кто-то вообще делает первые шаги, у него просто мечта научиться снимать кино и рассказывать какие-то истории с помощью киноязыка. И мы ставим своей задачей помочь им сделать это, помочь им сделать свои фильмы, пройти весь этот путь от начала до конца, от заявки до готового фильма, который будут показывать на кинофестивале. Для этого лаборатория структурируется по принципу очного и заочного обучения. Мы собираем очные сессии трижды, на которых знакомим ребят с культурой региона и с азами создания документального кино. И в процессе их работы над фильмами тьюторы и педагоги постоянно курируют этот процесс уже в заочном режиме. Когда мы начинаем существовать вместе с камерой, мы начинаем по-другому думать, мы начинаем по-другому видеть, мы начинаем по-другому создавать миры, миры, которые видит наша камера. Этому надо учиться. Это очень непростая наука. Как я в свое время была благодарна огромному количеству мастеров-операторов, которые учили меня видеть, так и в данный момент мне бы очень хотелось помочь молодежи, помочь ребятам из разных республик суметь видеть то прекрасное, что их окружает, то замечательное, что есть в их пространствах, в их республиках, увидеть людей, увидеть свет, увидеть природу, увидеть какие-то удивительные миры и рассказать об этом своим самобытным киноязыком. Естественно, что у себя дома они далеко не всегда могут увидеть полноценные студии по обработке и записи звука. Практическая работа будет происходить на базе кинокомпания Cinelab SoundMix, на мой взгляд, одной из лучших звуковых студий Европы на сегодняшний день. Я считаю, что это очень важно, помочь молодому режиссеру сделать монтаж картины. Когда я учился в Нью-Йорке, для меня было особенно приятно, что на нашем курсе были ребята из других стран, и, как я сказал однажды на обучении, я собрал к себе мозги со многих государств. Так вот и здесь мы сможем все вместе, ребята из других регионов, ребята из других городов, мы сможем сделать одно общее дело. Это будет полезно и для меня, и для них. Это очень тонкие процессы, как живет национальное, что отмирает, что проявляется по-новому в новых условиях. Кино здесь такой в каком-то смысле даже исследовательский инструмент,
который позволяет нам лучше понять, что происходит внутри нас, и, соответственно, лучше понимать друг друга, и, в конце концов, лучше строить и какую-то социальную политику. Это одна из важнейших задач современной культуры в целом, и гарантия того, что культура России будет процветать и развиваться не только провинции, но и специфика этой самой провинции, специфика тех людей, которые там живут, и будет отвечать их устремлениям и запросам.